В рамках реализации 5 инициатив столицы проходит Республиканский студенческий молодежный фестиваль. Участников объединил девиз «Мой родной Узбекистан, живи вечно». Присоединилась к нему и наша коллега Кристина Зуева. Республиканский студенческий молодежный фестиваль направлен на продвижение возможностей молодого поколения, которое обучается в высших учебных заведениях, чтобы в будущем сегодняшние студенты могли найти свое место в обществе и стать настоящими профессионалами и высококвалифицированными специалистами. Стоит отметить, что в этом году по инициативе главы государства был создан ряд новых высших учебных заведений в столице и регионах. В ходе кардинальных реформ, проводимых в сфере, открылись заочные и вечерние отделения. Квота приема в вузы страны увеличилась почти на 20%. Созданы дополнительные условия, удобства и возможности. В рамках трехдневного мероприятия запланировано проведение культурных, образовательных, массовых, спортивных и развлекательных мероприятий, которые помогут изучать богатое культурное наследие и духовно-нравственные традиции нашего народа. Талантливые студенты продемонстрировали здесь свои знания в области информационных технологий, культуры и искусства, спортивные способности и желание вести здоровый образ жизни. Представили образцы художественного творчества и народных промыслов. Победители каждого конкурса будут награждены дипломами Министерства высшего и среднего специального образования, а также памятными подарками.